В Армении последние, наверное, лет, ну, 10, все чаще слышатся голоса о том, что Россия нам не нужна, и вообще долой Россию из Армении, и мы хотим быть вместе с Америкой. Причем там скорее, наверное, ну, коллективным Западом, но, наверное, все-таки больше с Америкой. Так вот так, я считаю, вопрос ставится. Как вы считаете, если отсюда Россия уйдет, ну, с Армении я имею в виду, и придет ли сюда Америка, раз, и второе, если уйдет отсюда Россия, то каким образом Запад придет сюда? Армению примут Евросоюз? Или вообще, что может произойти в этом случае? Зависит от того, как в случае, если Россия уйдет, как она уйдет. Она уйдет тихо, молча, первый вариант, или она уйдет обиженно. Это два разных ухода и два разных последствия. Если хлопнет дверью так, чтобы потом Запад не захочет прийти. А кто придет, если Россия ушла? Турция. То есть вы допускаете, что сюда вместо Запада может прийти Турция? Я практически не исключаю, если Никол Пашинян еще на год останется у власти, Турция ассимилируется в Армении полностью, растворит в себе Армению. Ну, то есть это такой батумский сценарий? Да, именно так. Я в Батуми, правда, не был, но и говорят о том, что город цветет и пахнет, и что там такие курорты построили, что никогда доселе не было, и Все что там... говорят на турецком. Вот этого не знаю, нет. Ну, говорят, что турки, конечно, там есть, но ну, не так много, чтобы прям сказать, что там все... Ну, параллель проводя с Батуми, это, конечно, чисто образно. Сегодня грузины оказались намного, намного умнее армян. И вот ту политику, которую ведет сейчас Грузия, очень выверенная, расчетливая, несмотря на внутренние разногласия, она смогла достаточно, вот подпустив Турцию очень близко, она смогла расставить свои ограничения и приоритеты. А мы в данной ситуации, получается, этого не можем сделать. Я как буду испорченная пластинка, но я еще раз это скажу, пока Никол Пашинян и его банда у власти, у нас никаких шансов.